Ксении Арнаутовой всего 7 лет. Она аутист. В обычном садике таким малышам, как правило, очень трудно. А в Центре социальной помощи семьи этим детям уделяют особое внимание. Сейчас девочка делает большие успехи. В этом году она пойдет в школу. Правда, в класс коррекции. Занятия проводят индивидуально с ребенком по специальному оборудованию. Называется аутизон, который позволяет много психических функций развивать одновременно. Тут и цвет, и форма, и восприятие. Ученые до сих пор не установили точную причину заболевания. Для аутистов окружающий мир – это хаос из людей, место событий. Главная проблема таких детей – новая обстановка. Часто общество их не понимает и не принимает. Такие детки особенные, их не всегда воспринимают, и они не всегда идут на контакт с обычными детьми и вообще с детьми. То есть они сами по себе, в себе, в своем мире. Симптомы аутизма обычно проявляются уже на первом году жизни. К сожалению, не все родители их вовремя замечают и обращаются к специалистам, тем самым теряя драгоценное время. Нельзя упускать время. Вот этот период до 3 лет, он очень активный, работа, именно работы с психологами, с логопедами, с дефектологами, когда идет именно становление, развитие ребенка. На социальном обслуживании в Энгельском центре «Семья» сегодня состоит 12 семей, воспитывающих детей с таким диагнозом. В работе с каждым специалисты выстраивают индивидуальный план. Инициатором этого мероприятия стали сами родители. Педагоги центра, безусловно, идею поддержали. На празднике для ребят была организована большая развлекательная игровая программа, рисунки на асфальте и многое другое. В завершении дети отпустили в небо синие шары, как символ надежды, что людям с этим диагнозом станет комфортнее и проще жить в сегодняшнем обществе.